Всем привет! Сегодня совсем коротенькое видео, по сути, анонс того, что ожидает в ближайшем будущем, в ближайшее время. И снова Германия. Приехал я в городок Оффенбах, это окраина Франкфурта. Река Майн, на том берегу уже Франкфурт, на этом Оффенбах. Приехал только вчера. Вот, в принципе, первая моя прогулочка. Вышел на променад Оффенбаха. Еще время дообеденное, народу сегодня мало, воскресенье. Допускаю, что после обеда или ближе к обеду народ подтянется, потому что место такое, ну, в любом городе, там, где променад, там народ прогуливается. На первый взгляд Оффенбах – типичный европейский город. Немножко погулял тут по кварталам близлежащим. Ничего как бы удивительного для меня пока не обнаружил. Но это еще все впереди. Я думаю, что обзор самого Оффенбаха я буду делать краткий. В отличие от прошлогоднего моего визита в Германию, где я жил на окраине Бизингена, в спальном районе, здесь я попал в самую гущу, так сказать, событий. Буду жить в центре Оффенбаха. Но это еще в дальнейшем. Где-то неделя уйдет, чтобы освоиться. Ну и приступлю уже непосредственно к обзорам. Конечно, найду места и природного значения. Это для меня важнее, чем сам город. Ну, если короче, то все будет, все впереди. На этом сегодня все. Остальное в следующих обзорах.